Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Худший знак зодиака. Избегайте его как огня, чтобы не пришлось плакать. Известно, что именно зодиакальный знак может рассказать многое о человеке, но астрологи утверждают, что существует самый худший знак из всех, который может заставить плакать и страдать, поэтому его нужно знать и по возможности избегать как огня. У каждого зодиакального знака есть свои преимущества. Так, рожденные в период с 20 февраля и по 20 марта считаются довольно эмоциональными, поэтому с ними бывает очень трудно. Часто бывает так, что после отношений с ними у людей бывают слезы, ведь у людей, рожденных в этот период времени, очень сложный характер. Астрологи утверждают, что рыбы являются чувствительными личностями, поэтому в отношениях с ними нужно иметь много терпения. Они настолько эмоциональны, что зачастую действуют интуитивно. Люди этого знака зодиака обычно ориентируются только лишь на собственный опыт, поэтому в чем-то убедить их довольно сложно. Люди, рожденные в этот период, являются индивидуалистами, поэтому они стараются не сдаваться, хотя порой цена их стойкости бывает довольно высока, но и с ними можно научиться разговаривать, а если найти с ними общий язык, то слезы могут быть уже лишь только от смеха. Зная знак зодиака, можно у человека выделить основные черты личности. Так считается, что рыбы горды и упрямы, поэтому они часто не желают признавать свои ошибки, и этим они причиняют боль близким людям. Чтобы сблизиться с людьми этого зодиакального знака, нужно большое терпение, но зато потом все это оправдается. Заслужить доверие у этого знака зодиака сложно, потому как у него непростой характер. Но если найти подход, правильно рассчитать свои силы, то они смогут в общении удивить своими положительными качествами и по отношению к вам. Главное потом не подорвать их доверие, потому что возврата уже не будет. Если рыбы рвут отношения, то навсегда. А приходилось ли вам сталкиваться с этим знаком зодиака? Поделитесь своим опытом в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.